Ты тебя можешь улыбнуть? Работает. Я серьезно. А, секунду. Запрет долго. Алло. Расскажите, пожалуйста, все от начала до конца. Как поступила информация о том, что медведь в Чебоксарах? Как действовали сотрудники МВД при его поимке? И как он оказался вообще здесь? В 19:34 на телефон дежурной части УМВД города Чебоксары поступил звонок от жителей поселка микрорайон Соляной города Чебоксары о том, что они видели медведя, медведицу с медвежонком. Соответственно, значит, нами были приняты меры реагирования, а именно мы понимаем, что медведица с медвежонком представляет общественную опасность для граждан тем, что она может в любой момент, защищая своего медвежонка, совершить нападение на граждан. Поэтому мы сразу отправили туда, на место, где их видели, 4 экипажа ГИБДД, ППС с включенными мигалками. Задача была отсечь, значит, жилые массивы от вот, примыкающего к этому лесному массиву, значит, вот жилого массива, примыкающий в зеленый сектор, там заброшенные дачи. Соответственно, задача была выполнена на отлично. Медведица у нас в жилой сектор не пошла, а медвежонок, вероятнее всего, в этот момент от матери отбился и продолжил свой, так сказать, маршрут по городу Чебоксары. Он прошел нас мимо Аконда, поднялся к заправке «Лукойл», где был обнаружен сотрудниками полиции. Мы пытались его как бы окружить и заблокировать вот в районе агрегатного завода. Он от нас убежал. Дальше он двинулся на складской проезд и потерялся у нас в районе ЖБК-9. Мы думаем, что он устал, поэтому он уже было позднее время, где-то 12 часов ночи. Соответственно, он где-то нашел там себе, скажем, такое убежище. И до утра мы о нем информации не имели. Соответственно, всю ночь наши сотрудники в районе микрорайона Соляное продолжили поисковое мероприятие по поиску матери медведицы, потому что она все равно представляла эту опасность тем, что, ну, вполне возможно, могла начать искать активно своего детеныша, медвежонка своего. Но, значит, общими усилиями, как мы предполагаем, она все-таки плыла за Волгу, откуда они благополучно, так сказать, переплыли. Вот, ну, соответственно, утром опять поступила информация, что медвежонок обнаружен в том месте, где вы уже вели съемки. Ну, сотрудники действовали грамотно, профессионально, окружили его, прижали к забору. Значит, вызвали мы соответствующие службы, которые у нас занимаются, значит, отловом бездомных животных. Это у нас для предпринимателя Терентьева такая. Значит, ее специалисты профессионально, грамотно, значит, сработали. От первой дозы снотворного наш медвежонок не уснул. Значит, потребовалась еще одна доза транквилизаторов. Соответственно, после вот второй дозы, как вы сами, наверное, наблюдали, через полчаса наш Мишка уснул. Вот, значит, как нам принятым совместным решением с МУП, дирекция по охране животного мира при Минприроде Чувашской Республики, медвежонка сейчас на машине нашей газели кинологической службы МВД Чувашии отвезут в поселок Сосновку на ту сторону Волги, где Мишку нашего медвежонка выпустят в естественную среду обитания.